Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска, двигатель 2.4, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Будем устанавливать фирмы Kashiyama. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса задние. Берем ключик на 14 и откручиваем два задних болта, которые у нас крепят тормозной цилиндр, суппорт задний, к скобе суппорта. Ключик здесь на 14. Снимаем и отводим наверх. Проверяем направляющие. А направляющие у нас туго ходят, а смазаны они простым литолом. Снимаем. Здесь высохла и коррозия, тоже литол. Чистим. Щеткой по металлу я сейчас вычищу, протру. Коррозию вот эту всю собью, потому что здесь пыльник сидит неплотно, и под пыльник внутрь попадает влага. От этого появляется коррозия. Чистим. Почистил направляющие. Но перед тем, как их смазать, почистим еще внутри. Для этого берем, наматываем на отвертку тряпку. И вычищаем литол, который там намазали, он уже засыхает. Мы его убираем изнутри. Все. Теперь мы берем направляющие, берем смазку для суппортов и наносим ее тонким слоем. Здесь есть три пропила для смазки и заводим в пыльник. Направляющие у нас ходят мягенько. Снимаем старые колодки. Берем новые колодки. Ну, фирма, как я и говорил, Kashiyama D2269. Вот такие вот колодочки. Переставляем со старых колодок здесь радиаторы. Вот такие вот радиаторы. И вот этот пискун.
снимаем пескун и снимаем радиаторы. Колодки стояли ТРВ. И теперь, перед тем, как устанавливать колодки, мы снимаем вот эти пружинки аккуратненько. Одну и вторую. И чистим снизу и сверху. Щеткой по металлу. Ну, аккуратненько, чтобы не повредить пыльник направляющий. И также сверху. Чистим сами пружинки, потому что на них тоже налет прикипает. И устанавливаем их. Берем внутреннюю колодку. И берем наружную колодку. Так, все, колодки мы установили. Теперь берем струбцину. И сдавливаем наш цилиндр, поршенек топим. Но перед этим мы возьмем его внутри, также смажем. Аккуратно отверточкой поддеваем пыльник, чтобы не повредить его. Вот таким образом. И под пыльник добавляем маленько смазки. Разгоняем ее там. Эта смазка не дает коксоваться грязи и ржавчине на поршеньке и смазывает манжету. Теперь берем и вдавливаем поршенек. Все, поршенек вдавил,
Пыльник у нас лежит ровно. Берем цилиндр, устанавливаем на место. Наживляем верхний болт и наживляем нижний болт. Берем ключ на 14 и подтягиваем. Все. Тормозные колодки мы заменили. Устанавливаем на место колесо. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону. И после того, как мы установим колесо, нажимаем 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы выбрать вот этот свободный ход, чтобы тормоза были с первого нажатия. На этом все. Всего вам доброго.